Так, мы заехали на шиноперерабатывающий комбинат. Нет, у тебя идеи. А? Идейка одна есть. Сейчас. Горы. Сторожка. Почему с таким нехилым бетонным основанием? Есть кто живой? Солян, солнце. Нету. Вот буква П. Полочка с фамилией. Вилка. Гвоздик какой-то. Так, сейчас мы находимся в одной из башен. Не знаю, как называется башня. Башня транспортировки ленты вот этой вот. По ленте шел какой-то насыпной материал. Вот она, эта лента. Как-то не чувствую я под ногами уверенной земли. Ну какой насыпной материал, собственно, вот этот вот и шел. Вот этот. Песок, гравий. Вот только что мы были в этой башенке поддерживающей. Лента вот эта. Транспортерная лента шла. И дальше. Идем по стеклу. Вот в этот. Все стекало. Здесь становились машинки. Клевые проводочки. Жидкие были. Наше гуманитарное образование позволяет нам сделать вывод, что это какая-то электротехническая хрень. Секция 1, секция 2. Тут даже еще провода не сняли. Денчик, беги за ножовкой. Вот по пути нашего следования, по дороге мы обнаружили еще и заброшенную пожарную часть. Даже пожарка. Сейчас мы попробуем зайти в нее. Хотя... не особо, что там что-то много сохранилось. Самый прикол этого места в том, что несмотря на его заброшенность, оно все еще продолжает приносить пользу людям. Вот как вы видите, вот у нас здесь смотровая яма, отделанная кафелем голубым таким. И новая упаковка из-под какой-то хрени нас убеждает в том, что сюда приезжают люди ремонтироваться. Кто-то попытался здесь пропылесосить, но пылесос издох. Бывшую некогда пожарную часть оставили без перил. Видимо... Давайте хотим снизу. Так, понял. Денчик, держись за перила! Ты что думаешь? А, тебя сфоткать надо? А
Вот так выглядит самая высокая часть пожарной станции. Видимо, как пожарная каланча. Ни одного пролета не осталось. Выходим. Вот, сейчас подходим. Выглядит все очень даже обитаемо. Видимо, работают рабочие, демонтируют блок. Как нам сказали из первых уст, посторонний вход, въезд запрещен. Вот видны такие стены. Стены бетонные, но усилены металлическими конструкциями. Вот здесь мы можем видеть наглядно. То есть толщина стены примерно 40 сантиметров. И вот такие листы все это дело усиливают. Около 0.5 сантиметра толщина листа. Плюс конструкция покрывалась мелкой металлической сеткой. Смотрите, буква Е. Нет, это буква Ш. Это камень. Это большая емкость с водой. Догадались? Вкусненькая, немножко солоноватая. Посмотрите, детки, так бывает с каждым, кто пишет «Азаза». Их карает чужой. Да, возвращается. Толщина металла такая, что не видно его конца. Так, мы сейчас подсветим фонариком. То есть даже с фонариком не видно. А, нет, видно. Около метра. Около метра. Там видно сразу стену. Так, вот забрались мы. Сейчас будем исследовать подвал. Надеюсь, лестница выдержит нас. Может, попрыгай на ней? Вода. Вода, лед, если вы заметили, товарищи. Лед. Сегодня у нас на часах 17 мая. Ну, конкретно на моих часах, потому что мне часы показывают день. Для этого у нас есть проверяющее устройство. А то как... Пистолет. Нет, это все-таки вода сверху, а там дальше лед. Да хрена. Но лестница ведет ниже. Пройдемтесь, коллега. Вы можете поверить, здание хранит лед, и, по-моему, оно будет хранить его круглогодично.
Судя по толщине бетона, который промерзает, он какой-то... Смотри, там железяка лежала. Скорее всего, это поддон какой-то. Сейчас я его приближу. Давай, шмальни в деревяшку в правую часть. Давай, чтобы я видел. Давай. А, нормально, еще раз. Это что-то с чем-то. Ладно, идем дальше. Палочки. Ну этот лед просто грандиозен. Видно, как воздух из него выходил. Как он там застрял. Как он застрял, да? Сейчас посмотри, вот так вот. Вот такая вот толстенная заплатка из металла. По ощущениям, она должна что-то было скреплять. О, вот такое вот помещение нашли. Очень длинное помещение. Тут как будто бы какие-то резервуары. Сняли. Не споткнись. Да, нет. Труба торчит. Если не цистерна, можно, не знаю. Или генератор. Это сегодня большой генератор. Электрогенератор. Еще одна залка. Дальше следует еще одно такое помещение. За ним еще одно. И дальше уже выход. Вот что я называю настоящий металл. Смотри, даже так четверка между собой. Смотри, металлический металл. Так, сейчас попытаемся подняться на крышу. Сейчас где-то мы на четвертом уровне. Приблизительно одинаковые пролеты, вот кроме этого, значит, где-то уже подъем. Трубы еще остались. Блять, как там скрипят конструкции, ты слышишь на ветру? То есть такое ощущение, что все это придет в негодность очень даже скоро. Вот можете посмотреть, как покосились конструкции. Вот так вот представляет из себя окрестность. Такой вот унылый вид. Денчик. Конструкции дико покосились. На крыше мы наблюдаем такой огромный бетонный круг. Года в год с бетоном. Замерзает, разрывает, снова замерзает. И дальше мы видим вот такую крошку. Печально? Нет, мозг, не думай об этом. Такой вот нехилый подвальчик. Глубиной метров, наверное, 10-12. Ах, какой прекрасный вид. Прямо ватно.
меня не хочу. Ты был бы очень смелым чуваком. Смотри, да, труба, которая оказалась под этим, под бетоном, ее и не срезали.